Всем привет, друзья, с вами Нильф Гордон, это игра Portal Knights, и мы продолжаем играть. Мне очень нравится ваше внимание к этой игре, и я хотел показать вот этот вот биомчик. Я его нашел, не то, где карта, господи, вот, карта, это помните, вот здесь вот, ответвление одно, вот такое вот. И здесь я нашел вот такую вот большую крепость, и довольно-таки интересно, что здесь. Я тут немножко поубивал мобов, и, кстати, что забавно, когда мы открываем дверь, вода начинает заливаться. Дверь закрываем, вода перестает заливаться. Система воды здесь просто бомбезная. Наверху я видел, по-моему, где-то вот здесь вот. Вот. Это у нас сундучок. И какой-то меч. Меч, видите, воткнутый в землю, да? То есть... Старый ржавый меч. Возможно, никогда принадлежащий рыцарю порталов. Ну-ка, я его могу забрать? Не смог забрать его с собой. Ну ладно, это ничего страшного. Давайте посмотрим, что же внизу, потому что тут еще есть подземелье. Да, тут есть шкафы всяческие, всякая ерунда, но самое главное, здесь есть подземелье. И так как этот мир не ведет никуда, то что здесь может быть? Ну, скорее всего, здесь может быть только... Только какой-то сундучок, да? То есть... Давай. Ты серьезно, что ли? Спускайся, ну-ка, спустился. Отлично, наваляли. Отлично, погнали дальше. Ну-ка. Давай, идите. Честно говоря, давайте-ка мы вот мы тактически смотаемся вот так вот. Круто. Вот это тактика, я понимаю. Вот, в принципе, даже левел, ребят, поднял. Отлично, это очень неплохо, но теперь больше здесь ничего нету, и мы идем вот этот пальмовый залив. И если вы хотите, чтобы выпуски продолжались, ставьте лайки. Набираем 200 лайков, и я сажусь и создаю новые видео по игре Portal Knight. Лайк — это всего лишь один клик, особенно если вам понравилось видео. Огромный минус того, что ты попадаешь сюда ночью, и так довольно-таки неудобно. Во-первых, ночью в два раза больше врагов, ну и во-вторых, как-то так страшновато в новом биоме ходить. Понятно, что здесь, в принципе, смотрим, что у нас здесь есть вообще песчаный и базальтовый блок. То есть мне нужно в другие порталы. Так что даже не задерживаемся здесь, потому что монстры здесь у нас фиолетовая слизь и вот этот здоровый черепах. Здоровый черепах. Это все мне, в принципе, не интересно. У меня есть... Желтые порталы, где-то они, да, у меня есть, мне их 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потом я знаю точно, что будут проблемы с этими порталами. Их нужно будет довольно-таки много выбивать. Самая проблема не в том, что я сейчас вот этот портал открою, а где находится еще один. Вот в этом будет проблема. Так, ну, во-первых, здесь, скорее всего, есть какое-то помещение, да, то есть, так вот, собственно говоря, я уже вижу пальмовый, пальмовый какой-то срубец, именно срубец, вау, заберу. А вы видели, он развалился на части, костер, это жалко, здесь много очень опыта, жалко, что он... Развалился, можно было его забрать. Так, здесь ничего внутри нету. Так, в этом домике давайте посмотрим. Ночь страшна тем, что здесь дополнительные враги вот эти появляются, да, стихийные. Так. Здесь, по-моему, да. Вот видите, здесь есть второе дно. И здесь можно также добывать деньги. Очень много всяческих сундучков, мешочков лежит. Ну, сундучков так уж, как бы, это уж грубо будет сказано. Так, ну, самое главное мне... Давай, вылезай уже. Серьезно. Так, отличненько. Что еще здесь можно украсть? Кровать, это неинтересно. Кровать при том с книжкой. Но, ладно. Так, еще я вижу дом Ух ты ж! Уворачивайся. Йоу. Так, еще какой-то домик, но здесь, по-моему, ничего нету. Фу, вот вы видели? Вот это глубина. Жесть. Вот это глубина. Я в шоке немножечко. Так, вот еще домик, да, по-моему? Но здесь также опять ничего нету. Воу, да хорош вы. Так, черепаха, прости, я с тобой точно не буду драться, пока что здесь вот такое количество народу.
На самом деле, мне интересно найти какого-нибудь NPS и, возможно, взять какой-то квест. Здесь вообще скелет. Это мертвое, это получается что? Мертвое поселение, так что ли получается? Починили меч, отлично. Деньги, все это ерунда. Блин, джунгли, прикольно. Это мумия какая-то, йоу. Так, отлично. Кстати, у меня же есть магия вот такая, вот давайте ее поставим и на шестерочку. Ух, полечились. Дальше. Ай, нет, 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 нет. Офигеть. Нет, ну я немножко в шоке от того, какое здесь дно. Я даже, я понимаете, я даже не могу допрыгнуть до. Ой, даже не могу допрыгнуть до места, где будет воздух. Так что давайте я сейчас выберусь и продолжим. Я не заметил, но, скорее всего, вы заметили, что я здесь мимо пробегаю и бегаю от врагов. Собственно говоря, вот и портал. Вот и еще один портал, отлично. Давайте также скрафтим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Больше не будем крафтить, потому что, ну, зачем мне больше? Да и, в принципе, у меня всего лишь четыре кусочка осталось, так что придется... В следующий раз уже придется будет постараться добыть эти кусочки. И, кстати, вот я вижу, по-моему, черепаха одна. Давайте ее попытаемся грохнуть. Так. Воу. Тут какой-то... О, еще один сундук вижу. Офигеть. Просто сундук на локации. Ну-ка, давайте ради своего успокоения убьем эту черепаху. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Но, в принципе, я не вижу ничего сложного. Единственное, самое главное, уворачиваться, да? Ну вот, он встал в стоечку встал. И опять бьет. Окей. Но, не, 103 урона. Но это 10 уровень, так что... О, главное, чтобы... Неплохой электрокварц сырец, то есть это новый кварц. Круто-круто. Это значит намек на то, что скоро я его смогу где-то добывать. И самое главное то, что рано или поздно я смогу сделать новую магию, ребят. Так, давайте заберемся, добудем сундучок. В сундучках, я смотрю, ничего такого прям сверхъестественного нового, к сожалению, нету. Ну вот медная руда даже, всего лишь медная руда. Ну что, здесь... Бессмысленно оставаться, так что мы давайте пойдем дальше. И здесь, смотрите, что это? 2.006, это типа как понять? Уровень 11, 2.06, 2.02. Здесь сразу в 3. Давайте вот сюда, плюс это грибной биом, новый биом. Бракенбург, вот так он называется, это грибной биом, реально грибной биом. И... О, да, ребятки, вот именно это мы искали. Железо, господа, железо. Давайте посмотрим. Железная руда, уголь и угольный блок. Ночная игла, растение ночная игла и фиолетовая слизь ядовитая личинка, малый арактул, моховый панцирь и зеленый крастер. Названия очень страшные, но здесь придется подольше посидеть, потому что я буду добывать. И я буду, наверное, фармить мобов, потому что для порталов нету кусочков. Так что, ребят, давайте пройдемся по этой локации. Вот это будет правильнее, да, чтобы посмотреть, вдруг здесь что-то интересное. Хотя, если найду, вернусь. Так что я сейчас буду копать и уничтожать, вырезать здесь все. Йоу, друзья, я здесь лазил, нашел шахту, ничего в ней такого прям не нашел, чтобы чем-то можно было похвастаться. Но нашел одного чувачка, ну и железа куча. И самое удивительное то, что это не просто шахтер, это торговец. Разве не прекрасен запах руды по утрам? Торговать. Но здесь, конечно, диалоги такие. И в чем фишка? Здесь продается железо, у меня его 167 монеток и 10 железа за 12 монет. Это, на мой взгляд, довольно-таки неплохо. Ну, что я могу продать, допустим? Это могу. Ну, вот это вот могу. Ну, медь могу. Ну, вот эти блоки... 32 медных блока стоит 512 монет. Чистый живительный изумруд стоит 144... неплохо, ребятки. Что еще можно продать? Просто интересно, допустим. Ну, вот 10, да? То есть я могу...
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это... Стоп! Теперь я понял проблему. Это не общее количество было. Это... Точнее, это не... за 12 по 10 я покупаю. Это одну за 12 покупаю монеток. И их всего лишь 10 штук. 10 золота было. Ой, железо. Ну, это, конечно, не очень хорошо. Самое прикольное, что в конце этой шахты, ну, по крайней мере, на самом дне, я нашел портал. Один из порталов, потому что здесь целых 3 портала, да, то есть ведет один опять в тупиковый мир и 2 в продолжение. Это очень интересно, потому что, ну, блин, я бы, если сюда не зашел, я бы замучился, наверное, его искать. Как ни странно, этот остров еще может дать сюрпризы. И это вот здание, я его что-то сразу не заметил. Оно такое, ну, какое-то маленькое, какое-то невзрачное. Давайте посмотрим, что здесь, потому что ворот здесь в дом просто огромный. Здесь стоит чувак, кузнец. Здрасте. Квест. Железная руда, ни крошки не осталось, все ушло на статую. Рорк. Здоровенная статуя, прямо как в жизни. Было бы здорово, если бы вы пополнили мои запасы материалов. Ну, конечно, давай. Окей, чудесно. 16 есть, 68 я уже добыл. 5201 опыт. И мне дается 4 слитка в обмен на 16 слитков. На 16... отлично, на 16 слитков, ой, на 16 кусочков. Так, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 1, 2, вот так вот, отлично. Таланты, следующий талант у нас открывается на 15 уровне. Так, ну все, здесь, по-моему, больше ничего такого нет. Остается только выкопать все железо, которое я смогу найти, и продолжить дальше путешествовать. Я устал там лазить, да и вообще все, в принципе, зафармил. Поэтому я телепортнулся в следующий мир, вот, который открыли мы, да, вот в этом грибном мире. И здесь у нас, смотрите, что у нас есть электрокварцерец, базальтовый блок, песчаный блок. Электрокварц, это понятно, что это модернизация магии. Мини-дракон, подрывник, ядовитая личинка, рептилия маг, маховой панцирь, валунный голем. Вот валунный голем, это, наверное, самая противная штуковина. Вот этот камень. Его я буду копать уже, конечно, за кадром. Вас я этим мучить не буду. Так, ну что, у нас здесь песок, у нас есть всякие здания. Так, у нас чувствуется здесь, блин, прям какие-то пирамиды. Конечно же, портал в следующий мир. Ну, давайте-ка, давайте-ка. Вот, тут даже с подземельем. Давайте я это все зафармлю и вам покажу. 12 уровень, кстати. А, почему я еще сюда телепортнулся? Потому что мне надоело там ходить, там не... Воу-воу-воу-воу. А что это такие... Мне там надоело ходить, и монстров я почти всех там вырезал. Давайте спустимся в шахты, посмотрим, что здесь внизу есть. Это даже не шахта, это какое-то подземелье прям, я бы сказал. Воу-воу-воу. Но это, в общем, это шахта, перерастающая в подземелье. Вот как-то так вот. И я, кстати, еще подумал, что я, типа, думал, какое оружие скрафтить. Может быть, другое, потому что можно в любой момент поменять вид оружия, которым мы будем пользоваться. И я так подумал, что я буду менять оружие от того... когда буду менять материал, тогда буду менять и оружие. Ух ты, какая комната страшная. Смотрите, здесь какая ваза, в которой... Ну, ничего и нету, в принципе. Ладно, ману я не буду забирать. Пускай она будет. Блин, слишком темно, конечно, но... Ладно, ничего, вот здесь у меня есть факел. Отлично. Погнали дальше. Мумия. Кстати, мумия вот противная. Вот это вот... Воу, их две. Их две. Блин, давай-давай, отступай. Давай-давай-давай-давай-давай. Все сюда. Да что ж ты будешь делать с тобой, а? Опа. Ну вот так вот. Добивай. Красавчик, красавчик. И сейчас мы еще... Давайте что-нибудь завязаем. Так, туманные рукавицы. Туманные рукавицы рецепт. Ох, новый рецепт изучен. Футбольный мяч. Не знаю, что это такое. И перчатки жнеца, ребятки. Фух, название, конечно, ужасающее. Так, вот давайте вот это возьмем. На пятерочку. Оп. Оп. Так, где там еще один чувачок? Ну-ка, иди-ка сюда. Мумиё. Ну-ка, вот. Давай! Я его запинал, но довольно-таки тяжко. Ну-ка, есть, хватило маны мне на излечение. Ну-ка. Ух, 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 ух. Черт, а вот этого... По-моему, это тупик, кстати.
Черт. Внизу я ничего не нашел, зато вот на здании здесь вот такая вот... Ух ты, чистый рубин сырец дали. Такой вот кладик нашелся. Так, а что еще здесь... куда-то провалился. Что здесь еще можно найти? Давайте посмотрим как раз-таки с вершины. Так, я вижу... Ух ты ж, это какой-то... Какой-то домик, смотрите, с разными цветами. То есть там какие-то огни светятся разных цветов. Это интересно. Ну-ка, я сюда могу залезть вообще? Ну-ка. Хочу... Нет, не получается. Мне кажется, здесь что-то интересное. Смотрите, клетка. Так, давайте закроемся. И здесь у нас NPS. У меня лучшие цены. Торговец. Бутылки, ребятки, продает. Это интересно. Притом бесконечность бутылок. И он по 12, в принципе, неплохо. И всяческие ягоды и ингредиенты продает. Также и картофель. Это на самом деле очень круто. То есть я могу закупиться бутылками вместо того, чтобы их крафтить, к примеру, да? А освещение здесь, смотрите, разных цветов прям стоит. Прикольно. Фонарики разные. Это как... Ребят, черт, черт, черт! Запинали в доме. Жесть, это как раз таки голем, о котором я говорил. Забавно, что путешествуя по мирам, ну, ища легкой добычи, легких убийств, посмотрите, посмотрите, я нашел вот такую своеобразную арену, и здесь вот есть такой чувак, который стоит на этой арене, давайте с ним поговорим. Здравствуйте! Так ты, значит, рыцарь порталов, а как насчет проявить себя, победить чудовищ в яме, как сделал бы истинный рыцарь? Давай примем. Что ж, настрой у тебя что надо, покажи-ка свои боевые способности. Их там не очень много, и проблема больше... Что? Серьезно. Проблема больше, на самом деле, в... Вон, в стихийном этом чуваке. Так, здесь еще один NPS. Ты охотник? Как-то вы странно выглядите. Ну, понятно, это просто типа местный житель, который решил понаблюдать за действием. Ну, что ж, давайте попробуем. Нас ничего не сдерживает на самом деле. Но вот эта вот хрень, конечно, сдерживает очень сильно. Еще как сдерживает. Серьезно? Вы чувствуете, да, что происходит? Коллапс какой-то, просто коллапс происходит. Жесть, какие-то огненные шквалы. Что, блин? Так, так, а их тут двое еще, да? Назад. Оп. Да блин, нет. Я даже не успел это записать, когда я пришел во второй раз сюда и запрыгнул вот наверх. Сюда два слизняка прыгнули. И оказывается, всего лишь троих нужно было убить. И это меня немножечко расстроило. Ну типа, серьезно, что ли? Я думал, прям со всеми придется драться. Но оказалось куда легче. И давайте сдадим квест. Да, убил. А, боишься убить... Ага, нет, не все так просто. Победить в яме все-таки нужно было. Да зачем вас так много здесь? Ну ладно, давайте попытаемся. Так. Вот так вот, пятерочку и четверочку. Нет, магии не хватает. Окей, давайте. Так. Добиваем. Есть, отлично, добили. Уходим, уворачиваемся, добиваем. Так. Отлично. Уходим. Блин, попали. Ну ладно, ничего страшного. Последний остался. Черт. Так, ну сейчас-то... Крастер, победите в яме. Так, сейчас-то все довольны? Хотя куда-то делся вот этот голем. Ой, не голем, а большая черепаха. Ну-ка посмотрим. Ну в яме никого нет точно, да? Ну-ка. Нет, похоже, квест заглючил или еще что-то. Наверное, из-за того, что меня убили. Ну что же, еще один новый биом. Я открыл еще один портал вот здесь, вот в мире, где три портала. Вот этот мир, он очень интересный. Прям вот мне интересно, что там будет.
И мы попадаем в зиму. В зиму, в которой есть... Так, смотрим, что у нас есть здесь. У нас есть ледяная личинка Купонга и Голем. Клумба ледяных роз и шелковый кокон. Ресурсов здесь нету. Да, но, ребят, вот этот шелковый кокон, вот он, это очень важный ресурс. Благодаря ему мы сможем делать новую одежку. То есть она там участвует шелк, короче, вот и все. То есть нам без шелка не получится сделать новую одежку. Так что это нужно учитывать. Тут какой-то здоровенный дом, полуразрушенный, но с горящим камином. Что? Ну ладно, там все-таки не камин горит. Понятное дело. Также здесь еще есть вот эти вот розы. Ну, они используются, скорее всего, да, то есть для магии, потому что они вот дали воду. И, скорее всего, они участвуют в каком-нибудь крафте. Так, я бы хотел, на самом деле... Оп. Здесь вода. Я бы хотел... 13-го левела, кстати, монстры. Знаете, что я хотел бы? Я бы хотел все-таки найти голема, потому что я вам так его и не показал. Потому что, ну, меня убили, и мне как-то забомбило, и я ушел. Здесь огромная башня данж, то есть огромный данж там, скорее всего. Давайте быстренько глянем, где же может быть големчик. Может быть, мне повезло. Опять же, портал сразу же находим, отлично, повезло. Если сейчас найду голема, то вернусь. Так, я все-таки нашел одинокого голема, на котором я могу показать вам бой. Вот посмотрите, вот такие действия. Он, во-первых, вот так вот, и вот так он еще делает. Это на самом деле очень круто, это прям... Но фишка не в этом, да, то есть он дерет... Ох ты ж, ё, то есть он, видите, потом вот так вот еще бьется кулаками. И выглядит он на самом деле очень круто. Вот как голем, он здесь сделан прям, ух ты ж, шикарнейшим образом. Ну-ка, давайте, то есть мы его бьем, мучаем. И оп, он теперь маленький голем. Весь прикол в том, что он... не умирает сразу, он... И опять же, он опять на маленький... Я вот не успею, он на маленьких два еще голема разобрался. И вот таким вот образом это довольно-таки муторно приходится их убивать, этих големов. И здесь довольно-таки придется постараться и попотеть с этими големами. А дальше они становятся еще мощнее. Кстати, у меня есть новые рецепты. Это, смотрите, штаны жнеца, футбольный мяч, туманные рукавицы. Блин, прикольно на самом деле, очень прикольно. Так, вернулся домой, и давайте все-таки займемся крафтом. Во-первых, нам нужен базальтовый блок, и у меня его всего лишь 15. Для чего он нужен? Для того, чтобы промодернизировать нам печки. 20 базальтового блока нужно. Силы и магии монтажа, базальт у меня уже есть. Па-пам! Да, именно сбегал, насобирал. Так, давайте улучшим. И я, кстати, вспомнил одну вещь, прям вот сейчас мы это сделаем. Магазин доп. Игровых материалов. И чудесная коробка, полный подарков за предзаказ портального превосходства. Забираем. А, то есть несколько можно. Так, чудесная коробка, полный подарков за предзаказ золотого трона. И чудесная коробка со всеми подарками за ранний доступ к игре. Я прям их несколько подарков могу взять. И давайте посмотрим, что это за подарки. Честно говоря, я уже какую серию пытаюсь их открыть, но я постоянно об этом забываю. Ну вот у меня даже по 3 штучки получилось. Так, и, конечно же... Конечно же, использовать. И... Серьезно? Серьезно? Стоп, нет. Стоп. Я не то сделал. Я думал, здесь это было бы слишком круто. Так, давайте как-то в инвентаре, что ли, это сделаем. Получается, выбросить. А это... Тьфу ты, господи. Это просто подарки, ребят. Да. Это просто вот такие вот подарочки. Их можно, не знаю, куда-то вот сюда вот зачем-то, наверное, расставить. Они... Нет, ребята, это не так все просто. Вы посмотрите, кот Мидаса, сварочная маска, офигеть. Это флаг, посмотрите. Ву, какой флажище, круто. Ну-ка, опять же. Боже мой, шапка с пропеллером, радужный кот. Блин,
белый флаг. Здесь какая-то радужная реликвия, расходный материал, красная реликвия перенесет вас в волшебный мирный остров. Я даже не знаю, что это такое. У меня две одинаковые шляпы. Давайте. Кстати, у меня котов два одинаковых. Окей. А... Этот кот за... Серьезно, что ли? Где он? Где он? Вот это крутотень, ребят. Вот это вот круто. Это еще и пет к тому же. Вот это, блин, офигенно. То есть у нас есть еще и золотой. Блин. Вот это я в шоке немножечко. Офигеть. Так, мне нужен сундук, чтобы все это сложить. Кстати, еще выпало несколько рецептов. Это оранжевый трон, красный блок руин и оранжевый блок руин. Так что это довольно-таки круто. Вот мне теперь интересно, дроп-то разный или одинаковый в этих коробочках? Так, опять мне выпадает свар... Восстановление маны и здоровья. А у меня какой... Здоровье плюс 5 восстанавливается. Блин, это неплохой, но... Так, что здесь? Опять сварочная маска, флаг первопроходца, так, опять такой вот флаг, что еще? Ну-ка, давайте еще. Да, по-моему, здесь, да, это одни и те же блоки, и, то есть, нового здесь я ничего не смогу найти, но есть один нюанс. Ну-ка, проверим магазин доп. Настроек. Рюкзак полон, да. Эти предметы бесплатные. И интересно, смогу ли я их продавать в магазине? Вся фишка в этом. Если я смогу, то это же читерство получается. Серьезно. То есть это получается так, что я могу на... Вот я хочу вот это использовать. Я могу себе начитерить кучу-кучу предметов, тут же их продать и тем самым заработать кучу-кучу-кучу золота. По-моему, это инба. На этом, наверное, я буду заканчивать эту серию, потому что... Что это я в руках такой держу? А, это как раз-таки вот шлем. Следующую серию мы продолжим и уже будем развивать, конечно же, железо, потому что нужно здесь его сначала скрафтить. Посмотрите, вот оно идет с блоком угля. Где у нас блок угля? Где у нас блок угля? Хотите сказать, у меня нет угля? Не верю. Я же собирал очень много угля. Понятно. Вот как раз таки нужно будет собрать уголь и промодернизировать. Да, ребят, промодернизировать практически все. И вот этот предмет, кстати, который я сейчас уже могу промодернизировать. Нужно только дерево, по-моему, да? Стоп, а вот это вот. Да, вот, оказывается, уголь, да. Тьфу ты, я уж перепугался. Серьезно, я такой думал, я же вроде собирал, думаю, куда его дел? Сразу такие мысли, типа, куда делся? И в чем же проблема, да? Уголь уходит очень, железная руда уходит очень сильно, потому что всего лишь 5 руды уходит на один слиток. И это довольно-таки дорого получается, при этом при всем, что, ну, крафтить из него придется очень много. И давайте сейчас, наверное, скрафтим себе вот... Вот это, посмотрим, как оно умудрится. Отлично, 4, просто 4 слитка. Есть, готово. И тут следующее в золотой превращается. В золотой превращается. Но здесь у нас, смотрите, что появился. Железный солнечный колун. Выглядит офигенно. Железный метательный топор. Пальмовая смола. Железный брусок, не проблема. Сабля, рапира. Сопротивление урону от заклинаний плюс 5. Кстати, 14 уровень требует. 16 урон от критов плюс 34. Большой железный меч. Сопротивление урону от заклинаний. Здоровье плюс 40. 13 уровень. Железный боевой молот. Вот это круто выглядит. Плюс 12. Восстановление здоровья. Тут секира есть у нас вот такая вот. 12 уровень воина нужен. Урон от критического удара плюс 30. Железная перчатка, ребят. Урона меньше, но наносит огненный урон сильно против земли. Вот это интересно на самом деле. Укрепленный железный молот и простой железный меч. Но при этом при всем вы понимаете, да, что это только оружие, потому что нам еще нужно будет... А, нет, стоп. Это все тут же. Также у нас, вот смотрите, вот такой вот сет, да, есть оружие. Не оружие, а
как брони, да. Также есть вот такой вот рыцарский. Вот здесь, ну, можно... Это какой-то варвар, да, как будто нарисован. А здесь именно рыцарь какой-то нарисован. И также есть еще вот такой вот шлем разрушителя. Ну и, конечно же... А нет, они разные по броне. Вот это самый бронированный, кстати, получается. Да, это восстанавливает здоровье. Ой. Разбираться... Вот еще какой шлем гладиатора. Посмотрите. И выглядит прикольно. И перчатки гладиатора. И здесь механик. Шанс восстановить прочность на 10%, нанеся урон. Плащ железного воителя. Восстановление здоровья плюс 7. А здесь у нас... Так, вот... Шанс сбросить откат зелья, получив урон. Хм, странные скиллы. Агрессор. Два шанса призвать стреляющего огонька, нанеся урон вблизи. А вот эта тема, кстати, вот это прикольно. И здесь, кстати, еще плюс 100 здоровья умножить получение лечения плюс 10. Новое кольцо и жизненная сила. Плюс, так, 5% шанс восстановить здоровье на 50 единиц после победы над врагом. Что-то такое, честно говоря. В общем, придется очень многое крафтить, очень многое выбирать, но котяра просто божественный. Ну и, конечно же, надо будет постараться. Всем всего, удачи и пока.